Всем привет, с вами Инг. В этом видео я хочу поделиться с вами одной из своих любимых тактик, как вести себя в ситуации один на один в конце матча. Речь пойдет, как вы уже поняли по предыдущему моменту, про так называемые фейк-смоки, когда вы бросаете дымовую гранату в противоположную от себя сторону и байтите на нее противника. У меня есть много примеров, я покажу вам только некоторые из них, а чтобы вам было интереснее, комментировать их будет Матео, о котором я расскажу вам чуть позже. Что ж, бросок дымовой гранаты вселяет страх у противника, который ищет укрытие возле дома, но так как близится сокращение игровой зоны, нужно медленно, нерасторопно, без резких движений найти укрытие, но в дело входит двойной сальто, и тем самым противник попадает в ловушку. Следующий. А где же противник? А противник находится в достаточно безопасном укрытии, ни с юга, ни с севера, ни с запада, ни с востока его невозможно обнаружить. Буквально можно сказать, призрак-невидимка, который себя рассекречивает нелепым броском гранаты. И финиширующим выстрелом завершает матч с победой игрок под ником Ин. Если вам нравится смотреть игры в таком формате с профессиональным комментатором, то я обязательно рекомендую вам канал Mattel Киберспорт, где вы сможете не только весело проводить время, но и играть и зарабатывать на обычной игре в обычных матчах каждый день. Здравствуй, меня зовут Mattel, и я приглашаю всех любителей PlayerUnknown's Battlegrounds принимать участие в ежедневно проводимых денежных турнирах. По накоплению минимального количества участников, Матео начнет первый турнир по PUBG с равными по опыту игроками и распределением приза на 10 игроков из 50 участников матча. Он будет также озвучивать это игровое шоу, так что помимо заработка, это еще и веселое провождение времени. Более подробную информацию о проведении, правилах и прочее вы сможете узнать в специальном видео по ссылке в описании. До встречи, ковбой! Возвращаясь к теме видео, хочу добавить, что PUBG — это игра про выживание, а не количество киллов. И часто побеждает не сильнейший, а хитрейший. Все зависит от конкретных обстоятельств в каждом отдельном случае.
No, please don't kill me. Oh, no, no, oh, oh my god. Oh, sorry. I'm sorry. I'm from Uganda, and you? I'm from Nigeria. I don't care. Yeah, thank you very much. Feels bad, man. Yeah, sorry. But I really don't care where you're from, how old are you, what is your real name, and other shit, you know? Can we just play and talk on English? Okay, I'm gonna hang myself now. Okay, I'm just kidding. I'm from Russia, to be honest. And you? Where are you from, my friend? I don't know. The no, Russia. You're not. You don't have Russia accent, man. Thanks, but I'm from Russia. Say it. Как дела, привет. Okay, so if you are from Russia, you need to prove it. Do you like vodka? Yes, of course, I drink vodka every day, all night. No. Oh, okay, he's from Russia. I drink it like a water. Where we are landing? We are landing on Sakhmi. Okay. Oh my god, I drink it vodka right now. It's good. You're lying, I think. No, he isn't, he's from Russia. So say something in Russian like Davoy, блядь. Давай, блядь. Nice. I can talk like Russian if you want, my friends. No, you don't need to. Where are we going? I'm going to your mom. Sorry. Yeah. You're so funny, man. Yeah, I know. No, thank you very much. You need to stream on Twitch, I think. No, I'm not streamer, I'm just a YouTuber. You make videos from PUBG? Yep. And my videos are so fucking awesome. Oh my god, I need to check them. А на этом все, надеюсь вам понравилось. Простите, что давно не выпускал видео. В планах у меня много чего для вас интересного, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно делитесь с друзьями. Также не забывайте принимать участие в вопросах, которые справа наверху в подсказках. Например, мне интересно ваше мнение по поводу мобильной версии PUBG. Вы очень часто меня не спрашиваете. Отдельное спасибо спонсорам канала. В разделе сообщества я сделал первую закрытую запись, так что если вы являетесь спонсором, заглядывайте туда почаще. Там я буду публиковать всякие вкусности, интересности, эксклюзивные материалы и многое другое. А с вами был Инг. Всех люблю и целую. Пока.